Половину поварешки набрали. Наливаем аккуратно на сковородку, распределяем тесто по всей сковородке равномерно, да? В этом году урок по приготовлению блинов у школьниц выпал на начало весны. В преддверии масленицы он особенно актуален. Девочки не только учатся печь традиционное лакомство, но и знакомятся с историей и ритуалами праздника. А еще настраиваются на позитивный лад. Масленица – это славянский день. На нем нельзя ругаться, злиться. Чтобы поднять людям настроение, надо быть добрым человеком и улыбаться. Быть в настроении. Настроение важно, когда мы готовим, потому что мы вкладываем туда свою любовь, энергию, и блюдо становится вкуснее. К 7 классу многие уже освоили навык приготовления блинов. Чаще всего девочкам это мастерство передают бабушки. С давних времен похожая на солнце выпечка украшает семейные застолья. И сегодня это блюдо не теряет популярности. Ну, рецепт я изначально знала, потому что мне бабушка учила с 7 лет. Готовить блинчики. Иногда бывает, что прихожу вот домой, готовлю блинчики, готовлю рады родственников любимых. Блины – блюдо универсальное, десерт или горячий обед с мясом. Все зависит от наполнения. Преподаватель Фарида Галиева говорит, что школьницы стараются вносить свои предложения в процессе. Придумывают идеи современных начинок. Однако и кулинарные секреты прошлого им интересны. Для того, чтобы мука у нас обогатилась кислородом и стало более, тесто стало легко замешиваться и поднималось. То есть один из секретов, да, это именно просеивание муки. Но мы в современной жизни, вот видите, мы уже хотим все сделать быстро-быстро. И этот процесс просеивания муки, он именно забывается или опускается. А вот они тут вспоминают, что да, а вот у нас дома сито есть, и вот оказывается для чего. Впереди масленичная неделя, и табаляки смогут отведать горячие блины с самыми разными начинками прямо на улицах города. С 15 по 17 марта пройдет большой фестиваль «Тюменская весна всей семьей». Кроме выпечки с пылу с жару, гостей праздника ждет каша на полевых кухнях. Будут работать палатки здоровья и много развлекательных и спортивных площадок. А викторина «Люби свой край» даст возможность получить ценные подарки – машины, квартиры, квартиры и бытовую технику. Завершится событие традиционными проводами зимы. Анастасия Плюснина, Рустам Рузеев, Тобольское время.